Итак, дорогие друзья, мы много чего делали. Я расскажу экскурс. Данный курс 7. Мы очень подробно, целых 9 уроков, писали шаблоны URL для вывода года, месяца, числа, плюс слух на названии статьи. Шаблон длинный, довольно сложный, поэтому разбирали по частям. Особое внимание уделили переопределению метода getAbsoluteURL в Django. Так как появились новые функции в Django 1.9, мы использовали старый проверенный метод strftime, который позволяет вводить красиво даты. И все будет очень удобно. Я разобрал очень подробно. По сути дела, наша задача добавить URL и добавить getAbsoluteURL в нашу функцию. Значит, я все дал. Ссылки, код, дополнительное, где что почитать. Все. Домашнее задание. Несколько раз перепишите, разберитесь, потому что, ну, тут, по сути, 10 строчек кода, но мы затратили целых 9 уроков. Это много или мало, я не знаю. Моя цель была сделать это очень-очень доступно, чтобы не было места для малейшего недопонимания. Так как мы с вами говорили, что далее мы будем писать социальные сети, надо все эти моменты сейчас, это как бы подготовка. Не вызовет трудностей никаких, если вы проходили ранее материал весь, то есть средний уровень Django по шагам, проблем не будет. Для тех, кто первый раз смотрит, вам необходимо получить логин и пароль, нажать «Получить логин и пароль». Можно почитать о курсах «Начни здесь», почитать новые курсы, добавляются постоянно. Сайт находится spb-tut.ru. Успехов, все получится!